Арсений Штуровский, полковник в отставке, 35 лет прослужил верой и правдой нашей Родине. Ну, 23 февраля – это великий праздник. В принципе, 100 лет – это дата. Так, Железнякович Виктор, пресс-секретарь Волосполкома Гродненского. Каждая наша семья, наверное, в Беларуси, она каким-то образом связана с защитой Родины или... Дедушки наши, отцы защищали Родину. Мы служили в армии, я тоже служил в армии, в общем-то, служил, видимо, неплохо. Вот. Ну, во всяком случае, мне посчастливилось участвовать в учениях «Запад-81». В этой артиллерийской подготовке знаменитой, поэтому это на всю жизнь. Всех с праздником. Подполковник Будько Антон Цезаревич. Прослужил 29 лет в вооруженных силах. Я очень рад, что в свои 75 лет я отмечаю столетие защитника Отечества. Спасибо большое всем, кто мне помогал, кто со мной вместе служил. Дай Бог вам всем здоровья, счастья, любви, радости и оптимизма.